Образовательные учреждения республики получили новые автобусы для перевозки детей. По распоряжению правительства страны предусмотрена поставка более 1500 школьных автобусов в 77 субъектов страны, в том числе Якутию. В ближайшее время 38 транспортных средств направят в районы республики. Школьный автопарк пополнили 14 пазиков и 24 газели. Поставку производят крупнейшие российские автопроизводители – автомобильный завод «ГАЗ» и Павловский автобусный завод. Современный транспорт специально предназначен для организованной перевозки детей. В машинах предусмотрены навигационная система ГЛОНАСС, тахографы, устройство ограничения скорости и система громкой связи с водителем. В этом году мы поставили 24 школьных автобуса. Автобусы все готовые к передаче школьным учреждениям. В том году мы поставили 46 автомобилей. Все автомобили оборудованы детскими сиденьями и специальными корзинами для портфелей. А также эти автомобили имеют гарантию, то есть после передачи автомобилей мы также обслуживаем эти автомобили. Ну и желаю всем школьным учреждениям, которые получили автомобили, зеленого света и хорошего.